Здравствуйте, сейчас мы собираем подписи за обособление трамвайного движения по улице Горького. И сейчас мы предоставим слово пассажирам, ростовчанам, которые хотят сказать свое мнение по данной ситуации. Скажите, пожалуйста. Я за то, чтобы движение на Максима Горького, трамваи следовали своей чередой колею, а машины частные следовали своей колею, потому что в день милиции 10 марта я добралась на парад на 2 часа позже, потому что должна была передать документы, поэтому я поддерживаю это начинание и благодарю вас. Да, это все очень. А вы часто ездите? Каждый день. Каждый день так стоите? Да. А где вы учитесь? В РГУ Ринг. Судебное экспертизе. Это на Горького? Да. Горького Чехова. Постоянно ломают трамваи, то задерживаются, то отменяют, то посреди дороги отбросают. За эту неделю уже 4 раза трамвай ломался, мы остановились в Семашко, потом нас на Буденновском кинули. То есть постоянно пешком приходится добираться, либо ловить, не очень удобно. А другого маршрута до института нет. Только через... В общем-то, давно уже непонятно, почему единственное вот городской транспорт, вот этот транспорт, трамвай, он идет как иномарком дорога вперед, а городской транспорт, он у нас совершенно в загоне. Мы выходим из трамвая и попадаем сразу под машины, которые мчат, вот видите сейчас, вот на остановках это же происходит. Почему этого не видит управление, да, управление, дорожное управление города, непонятно. Вот. И это настолько острая проблема, я не знаю почему. Вы часто пользуетесь трамваем? Постоянно. А вы ездите куда? На работу? Ну, я уже не работаю, но вот как пожилые люди, мы выходим и садимся и пользуемся. Ну, езжу. Я понял. Водоканал, там, я не знаю, по разным делам. Я понял. Вы подпишете? Да, конечно. Пожалуйста. Только хорошо бы, если бы это сработало. Сначала фамилию пишу, да? Пишите фамилию. Дата сегодняшняя? Сегодняшняя дата, ага. Ваш контактный телефон и роспись. Хорошо. Если это поможет, ой, как бы... Я надеюсь, это все... Нет, еще и парковки разрешили справа-слева. Их никто не разрешил, там знак «Остановка запрещена». А почему тогда они штрафуют? Почему? А ГИБДД не работает. А, я даже не работаю.